Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ярославом Яковлевым посетили оздоровительный центр «Родник», в котором разместили эвакуированных жителей Курской области. Большая часть вывезенных из опасных районов – дети, проживающие в социальных центрах и оставшиеся без попечения родителей. Мы без конца детей поднимали, ночью будили, выводили в безопасное место. И у меня не то, что вот аж горло перехватило, и я говорю, нет, ребят, не угроза, мы просто встанем на зарядку. Просто огромное спасибо всему руководству этого прекрасного санатория, потому что корпус замечательный, все чистенько, все ну просто изумительно, и мы стараемся как можем тут поддерживаем. Вам еще раз спасибо большое за заботу о детях, они, безусловно, нуждаются. Наша работа. Вам и человеческая, эмоциональная, и наша служебная тоже благодарность. В ходе беседы обсудили волнующие вопросы – медицинскую помощь, предстоящий учебный год и бытовые нюансы. Эвакуация проходила поспешно, поэтому у многих детей нет теплой одежды. На сегодняшний день это одно из актуальных желаний ребят и воспитателей. На сегодняшний момент мы проговорили все те моменты, которые беспокоят людей, которые оказались в достаточно тяжелой жизненной ситуации. И мы понимаем, как помогать этим людям, как решать эти проблемы. Вот. И те пожелания, которые сегодня были высказаны, конечно, мы возьмем на контроль. После осмотра территории гостей пригласили за круглый стол, в котором приняли участие и жители Курской области. Во время чаепития куряне рассказали, что происходило у них в регионе, как они вывозили детей и как тяжело остаться без крыши над головой. Участие в разговоре принимали и воспитанники социальных центров. Они поделились с присутствующими планами на дальнейшую жизнь и рассказали, как проводят свободное время вдали от дома. Мне понравилось, как мы провели хоррор-квест. Это вообще прекрасно было. Да. А теперь по-русски. Я был одним из актеров. Пугали всех. Это все было страшно. Они раскрашивались и ходили по станциям. И, ну, конечно, это было очень интересно. Это был вообще очень первый опыт. Есть, вот дети делают маленькие поделки. Я тоже пробовала делать. Тоже люблю оригами делать разные. Вот. Рисовать тоже люблю. Вы тоже участвовали в поделке эти? Конечно. Проверяющие отметили дружескую атмосферу, царящую в лагере. Старшие дети помогают малышам, поддерживают их и оберегают. Исключены конфликты, только взаимовыручка и доброе, почти родственное отношение друг к другу. Действительно, в лагере есть все необходимое, о том, что дети окружены заботой, условия проживания полностью соответствуют, детям нравится. Убедились в том, что детям оказана вся необходимая медицинская помощь, с ними работают психологи, есть штатный психолог непосредственно здесь в детском лагере. Посмотрели не только комнаты, где они проживают, но и столовую, помещение санитарных комнат. Видим, что все условия здесь действительно для детей созданы максимально достойные. Представители Следственного комитета приехали в гости не с пустыми руками. По собственной инициативе они закупили небольшие подарки ребятам, а воспитателям передали ноутбук и принтер для более эффективного учебного процесса. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.